считаю, что игра сложилась, как бы сталось очень хорошо. Обе команды играли в отличный хоккей, было много моментов. То есть счет до конца не показывает саму игру. Поэтому все-таки игра была на первой ошибке. Сегодня получилось, что мы ошиблись, но завтра будем реабилитироваться 100%. Как ты уже отметил, что долгое время было не открыто, какая была атмосфера в команде, на лавке, что говорили тренеры? После, наверное, второго периода, когда выходили на третий, уже понимали, что именно сейчас кто забьет, тот выиграет. Такой переломный решающий момент, и опять сегодня удача была не на нашей стороне. Хотя у нас также было обилие моментов, очень много, которые там не забили, и шайба на ленточке оставалась везде. Вот. Но будем работать над своей реализацией, и завтра увидим выигрывать. В чем стоит реализация, на чем стоит акцент? В первую очередь, опять же, реализация, потому что очень много моментов, которые мы не реализовали. Вот. А так, скорости, в принципе, и по обладению шайбой, и все мы, так скажу, даже превосходили команду. Вот. Но, опять же, из-за такой глупенькой ошибки получилось пропустить. Спасибо Савелью, что все держу, всю игру держал нас на полу. Вот. Но постараемся завтра его отблагодарить, болельщикам тоже. Спасибо, желаю успехов. Вам спасибо.